Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. В данном видео я вам расскажу, как менять яркость цвета на колонке Harman Kardon Auro Studio 4. Для этого на самой правой кнопке нажмем ее один раз. И наша расцветка, точнее яркость нашей расцветки на 30%. Нажмем ее второй раз 70%. Нажмем третий раз 100%. Нажмем четвертый раз, расцветка равна 0%. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!